У нас нет в Молдове ни одного дотационного региона. Нету. Это Республика Молдова, где каждый трудится, вкладывает частичку своего труда в укрепление своей государственности, платит налоги, а правительство, и мы должны эффективно этим руководить. У нас нету дотационных сел. Если сегодня убрать с Кишинева все филиалы банков, все крупные компании, распределить их по регионам, я потом посмотрю, что запоют. Вся сырьевая база в регионах. Идет выкачка отсюда огромных ресурсов. Экспортный потенциал Гагаузии более миллиарда лей и регион дотационный. Кто сказал это? На чем основаны эти утверждения? Лучше бы разобрались эти аналитики, как сегодня осуществляется давление на сельхозпроизводителей с целью снижения цен на выращенную сельхозпродукцию. Зерно уже ниже двух лей. Кто это делает? Это делает компания из Кишинева, ценовой сговор и давление на сельхозпроизводителей. Лучше с ограблением народа разбирались бы эти аналитики, чем считать деньги Бричанского района или Кагульского района, или Гагаузии.